Приветствую тебя, ищущий, и сегодня мы поговорим о том, как в нашей стране все плохо, не об этом, но и об этом тоже. Little Big едет на Евровидение. Поехали! Существует много направлений в нашей музыке, и у каждого из них есть свои последователи. Но есть Little Big, такой вот, ворвался прям вот как голодный берсерк в деревню зажиревших крестьян, не знаю, как это назвать. В общем, со своей музыкой Little Big ворвался и бьет просто все просмотры, там, чарты и все прочее. Сказать, что мир сошел с ума, ничего не сказать, конечно, потому что Little Big — это конченая отстой, безвкусица, абсолютно не музыкальная упоротая хрень, которую просто адекватный человек слушать не сможет, потому что это уже новое что-то, вот знаете, новое, когда за музыку выдают какие-то звуки, вот как новая волна рэпа, а также вот Little Big в эту же область у нас идет. Ну вы сами знаете, вот этот самый главный хит. Щики-дибиди-пи-пи. Конвульсии психического больного, которого привязывают к чему-нибудь, и он знает, что ему сейчас будут делать лоботомию или лоботомию, или током его бить. В общем, что-то из этой области. В общем, какие-то непонятные конвульсии. Если говорить просто, абстрагироваться от дичайшего визуального ряда, то музыкальный ряд такой же дикий. Долбанутый совершенно клип и трек Скибиди, вот этот их самый популярный, 365 миллионов просмотров и 3 миллиона 200 тысяч лайков. Весь клип вот этот вот Скибиди, сейчас про Евровидение, подождите немножечко, да, начали что-то про Евровидение говорить, и Сокол просто бомбит. Да не бомбит у меня! Весь визуальный ряд состоит из того, что люди совершенно с невменяемыми лицами, с лицами психически больных... Не понял. Делают весь клип такие движения. Все. Где-то крен в сознании у нас людей произошел. И вот это вот заходит. У меня знакомые. Через одного знакомого. А что, Little Big нормально? Да вы, сука, вы издеваетесь, что ли? Что значит нормально? Вы что, придурки? Где музыка? Типы. Это даже наркоманским угаром нельзя назвать, это что-то за гранью просто находится. Что музыка, что визуальный ряд, просто жопа какая-то полная. Конская, вонючая, сгнившая жопа. Все слушают, самые большие просмотры, у группы залы забиты, группа ездит, гастролирует, ее еще и за границей любят. Ха-ха. Гордость России! Позорище, сраное позорище. Сейчас уже к Евровидению перейдем, подождите. Даже безумная японская реклама, мне кажется, рядом не стояла по упоротости вот с этой с***ней. Можно срань говорить или нет? У нас на ютубе, я уже не знаю. Мозычко! Люди, смотрящие это, и говорят, так это же весело. Где? Где это весело? Вот даже если взять сольный канал личный Ильича, не Little Big, а канал лидера Little Big Ильича, у него недавно, недавеча там вышел клип. Вот это с юмором сделано, это все сделано смешно. Там и в начале зарисовочка, you know, там с Ивлеевой, он там кидает эту ручку. Антон Либидо называется его творческий персонаж, вот этот вот вымышленный, как Артур Пирожков у Александра Ревы. Так у него на своем канале вышел клип Антон Либидо, и песня называется «Димкино тело». Хорошая танцевальная музыка, нормальная, у меня вообще нет никаких претензий. Хорошая вокальная линия, все зажигательно просто идет. Плюсом и текст забавный, тоже такой смешной, комичный. Дим Иванову, соседний подвал. Бляха за скиби-диби-ди-папа, блин! Что? Где здесь смеяться? В каком месте? Потому что все как дебилы припадочные двигаются. Где юмор? Юмор — это стезя людей, у которых есть какая-то немножко вот в голове соображалочка. Юмор — это, чтобы быть смешным, нужно быть умным человеком, и не интеллектуалом, потому что понять, как рассмешить людей, это не так-то просто.
забавно. Нет, это не забавно. Люди, которые просматривают это, превращаются из адекватных людей, вот такие, у них начинает меняться мимика, и в башке вот этот крен происходит, они вот на это сумасшествие все начинают смотреть, и им это нравится. Да не может это нравиться нормальному, вменяемому человеку. Если вам нравится Little Big, значит, у вас какие-то проблемы, блин. Это гребаный бич нашей современности. Людям начинает нравиться какая-то всратая дичь, которая просто раньше бы была бы вот так бы зафейспамлена всеми. Позорище, позорище какое-то. Нет, все это поголовно. У меня знакомые, вот как я недавно рассказывал, с мужским государством, с упоротым пабликом, где там женоненавистники, националисты сидят. Я там своих группу открываешь, и там, знаете, вам выдает в участника группы. Я такой, бах, смотрю, там пара человек там, да, которые у меня там знакомые мои. Я такой, типа, раз, и здесь тоже. Little Big, когда где-то речь заходит с кем-то, а чё, нормально? Мне лично говорили некоторые мои знакомые, нормально. Да срань, какая нормально? Вы бежать нужно, спасаться, помогите. Ай-яй-яй. Что-то делать нужно, но это ненормально, друзья мои. И вот, вот эта самая группа едет на Евровидение. Конкурс, который я вообще презираю, в принципе. Потому что испокон веков, если к этому конкурсу можно такие слова применить, там едет какая-то просто какой-то шлак один. Изредка какая-то красивая мелодичная песня, в плане, неважно, темпа ее там медленная или быстрая, я имею в виду в какого-то красивой вокальной мелодике что-то нормальное появляется очень редко. В основном едет какое-то непонятное что-то, потому что всегда на Евровидении презентуют новые песни, которые никто никогда не слышал. Не знаю, как их отбирают в странах, но каждую страну включаешь, и вот из всех там 50 стран или сколько там участвуют, может быть, одна-две песни более-менее нормальные есть. Все остальное дичь просто полнейшая, невозможно слушать. Как будто вот выбирают худшее и отправляют на Евровидение. Вот этот конкурс у меня давно бесил, я уже много-много лет его перестал смотреть, уже не смотрю. И туда едет Little Big. Лютая, дичайшая хрень у людей, которых нет мозгов и вкуса абсолютно, и никакого, не то что вкуса вообще к жизни, к адекватности какой-то, просто музыкального даже вкуса. Они вот это смотрят, и вот эта вот лютая хрень, которая все это олицетворяет, она едет на Евровидение, на конкурс дурацкий. И она еще его к чертовой матери точно выиграет. И страна, которая выигрывает за свой бюджет, начинает потом на следующий год у себя этот конкурс. Да нахрен он нужен нам, этот Евровидение, это, блин, не видеть бы его после этого. Этой бородатой женщины, которая там выступает, вообще больше никогда нет. Они сейчас стопудово, их в Европе любят, вот этот Little Big. Они стопудово выиграют, и снова они будет у нас Евровидение, и снова это трата денег. Меня что больше бомбит, ребята? Мне больше всего бомбит от того, что посредственность и сумасшествие какое-то имеет такую популярность. Скажете, я завидую? Да, завидую. Потому что других куча групп московских и по нашей необъятной стране делают хорошую музыку. И даже не важно, это рок. Пусть это будет танцевальное что-то, мне без разницы. Главное, я люблю танцевальную музыку. Мне нравится Тиара, группа корейская. Вы знаете сами, я делал об ней ролик. И много еще каких-то танцевальных групп мне тоже заходят. Очень много разной музыки мне нравится. Пусть это будет ни разу не хэви-метал мой любимый, пусть это будет другая музыка, но это будет музыка, а не вот это вот жуткие какие-то звуки. Припадочные судорожные движения эпилептиков с лицами совершенно невменяемых больных людей абсолютно. Вот это меня больше всего бомбит, о том, что вот эта посредственность, она уже набрала сумасшедшие обороты, это Little Big. Еще и на Евровидении едет, она еще больше известности сейчас приобретет. Также, узнав о том, что Little Big едет на Евровидение, от них ушел менеджер Little Big. Он это объяснил тем, что группа планировала тур, и он вложил там всего себя в этот тур, а группа вместо тура сейчас поедет на Евровидение, и там, в общем, тур откладывается, да хрен знает когда. Вот максимально деликатно он так сказал, желаю группе удачи. Мне кажется, просто человек посмотрел, группа выбрала вместо того, чтобы ехать в тур в нормальный, и выбрала вот этот Евровидение, он такой, понятно. Да может и музычка просто достала, типа, до свидания, что-то, о, ребят, подождите, что я делаю, зачем я раскручиваю это зло? Я пособник зла, я несу в мир зло. До свидания, удачи на Евровидении.
Обидно, клянусь, а. На Первом канале эта новость тоже была, естественно, озвучена диктором новостей, в котором он сказал, что это и эротично, и противоречиво. Что эротично? Большой, маленький, большой член, что? Что эротичного? Если вы не слышали ее хит «Скибиди», а ваши дети не пытались скопировать движение ее участников, то вы точно с Марса. Сумасшествие какое-то просто, оно захлестывает просто волнами. С одной стороны Путин со «Единой России», с другой РПЦ, здесь между ними Little Big, вот это вот все делает. В переводе «большой-маленький» звучит эротично, но парадоксально. Нормальному, адекватному человеку все меньше и меньше сжимаются эти тиски безумия. Нормального контента просто не остается. Вот разве что «Истинный маг», да, каналчик? Подписывайся, пожалуйста, дружище. Ну, мне нравится. Лично мне нравится. Чувствуешь себя как-то моложе сразу. А это хорошо. Вот мне, говорит, лично нравится ведущий. Как-то даже моложе себя чувствуешь. Дебильней ты себя чувствуешь. Понял? Короче, ладно. Сергей Лазарев о Евровидении с Little Big. Они там зажгут. Драйвово, с юмором, как и все творчество Little Big, сказал певец. Собственно, тут же и Киркоров, я являюсь их поклонником, добавляет. Короче, удручает положение вещей меня во всем в нашей стране, начиная от нашей власти, дорог и всего прочего, кончая людскими вот этими вкусами, когда всякие тупорылые челленджи в Ютубе у нас начинают набирать просмотры сумасшедшие. Девка убила там мужа какими-то химикатами и сейчас постит ее там на «Пусть говорят», тут же зовут, она там получает какие-то деньги за это сумасшедшие. Постит сторис без одной слезинки в своем инстаграме, и у нее сразу подписчики выросли. Просто вот это сумасшествие, какое-то сумасшествие просто в нашем мире происходит. И люди не хотят слушать красивую музыку, смотреть красивые видео, смотреть что-то, я не говорю уже про читание, хотя бы просто смотреть хорошие фильмы. Человечество скатывается в какую-то всратую бездну, в которой на острове вокруг пузырящейся лавы нам стоит группа Little Big и машет с флагами «Идите сюда, к нам!» Вот так вот я вижу нашу, и за ними стоит Путин со своей «Единой Россией» и тоже рукой вот так вот машет приветливо «Давайте сюда, к нам, в эту бездну, к нам!» В общем, все это немножко так меня перебомбило, конечно. Позорище страны России едет на позорный конкурс. С вами был Сокол, истинный маг. Да прибудет с вами сила, друзья. Слушайте музыку, поставьте лайк, если поддерживаете мои мысли, и дизлайк, если считаете, что Little Big — это крутотня. Посмотрим, сколько в мире дебилов, судя по дизлайкам, и сколько нормальных, адекватных людей. Увидимся. Ведь это же интернет. До свидания. Ну и не забудь поставить лайтосик, если ты даже нейтрально к этому ко всему относишься. Просто лайк поставь, чтобы поддержать канал и мои труды, усилия по поводу этого всего. Конец.